От классики к новациям, от абитуриента до выпускника, от выдающихся ученых до университетской культуры. Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. В студии «Большой стороны» ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Ильшат Рафкатович, здравствуйте. Здравствуйте. Очередной эфир программы «Большая страна», посвященный Казанскому федеральному, получил название «Золотой диплом». И это не случайно. Сегодня выпускники КФУ являются одними из самых востребованных на рынке. А сам университет уже вплотную приблизился к мировой вузовской элите. Секрет такого успеха и попытался раскрыть перед многотысячной аудиторией ведущей программы Павел Давыдов. То есть у вас такая уникальная большая площадка, не только образовательная, но и производственная получается. Знаете, сегодня университет – это центр науки, центр образования и центр технологий. Да? Мы стали определенной корпорацией, учебно-научной, технологической. И сегодня мы ведем переговоры с руководством Республики Татарстан. И есть огромная поддержка президента нашей республики Руслана Нургалиевича Минниханова в вопросах передачи нам контрольных пакетов акций инжиниринговых центров, которые были созданы на площадке республики по федеральным проектам, по федеральным программам и будут служить для нас площадкой для трансфера наших технологий. Развитие Казанского федерального в последние 3-4 года не оставило равнодушными не только авторов «Большой страны». В эфир программы поступило очень много вопросов от телезрителей. Вопрос от телезрителей наших. Почему российские вузы уделяют такое внимание привлечению иностранных студентов? Не ущемляет ли это права нашей молодежи, уменьшая вероятность их поступления? Мы уделяем этому большое внимание по одной простой причине. Во-первых, те, кто у нас обучаются, в дальнейшем становятся носителями нашей культуры, идеологии. По крайней мере, они больше узнают нашу страну. Да? И это особо важно в сегодняшней ситуации. С другой стороны, считается, и это на самом деле так, что если к нам едут иностранные студенты, то качество образовательных программ у нас достойно. Полную версию программы «Большая страна» с Ильшатом Гафуровым вы сможете посмотреть на нашем сайте, а также на сайте общественного телевидения России. Александр Александров, Универньюз.